Более 2000 предпринимателей в регионе смогут воспользоваться новой мерой поддержки. Федеральная программа ФОД 3.0 станет продолжением предыдущего проекта, предназначенного для помощи бизнесу, наиболее пострадавшему от пандемии. С какими проблемами сегодня сталкиваются предприниматели и как их можно решить, глава Чувашии Олег Николаев обсудил на рабочей встрече с бизнес-омбудсменом республики Александром Рыбаковым. Предыдущая программа льготного кредитования на оплату труда сотрудников помогла бизнесменам сохранить рабочие места во время пандемии. ФОД 2.0 стала одной из самых востребованных мер поддержки малого и среднего бизнеса, отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей. Но надо двигаться дальше, считает глава республики. Для бизнес-сообщества готовится новый комплекс мер. Он поможет выйти на новые рынки. Очень важно сопровождать бизнес в ходе их повседневной деятельности. Это прежде всего в части продвижения продукции. Здесь, понятно, это и выставочная деятельность, и экспортная поддержка, и другие составляющие, которые позволяют, с одной стороны, определять те ниши, куда можно идти, а самое главное, чтобы, закрепившись на этих нишах, крепко находиться и, самое главное, дальше расширяться, ну, в том числе за счет создания новых форм взаимодействия, кластерного характера или консолидация с коллегами из других регионов. Также на встрече обсудили и другие меры государственной поддержки, бюджетные выплаты и субсидии, отсрочки обязательных платежей и налоговые льготы. Система защиты законных прав и интересов субъектов предпринимательства в республике должна быть гибкой и меняться с учетом экономической ситуации.